Здравствуй, добрый волшебник. Меня зовут Маша. 27 августа у меня день рождения. А еще 1 сентября я пойду в первый класс. Нам с сестренкой хочется самокат. Подари, пожалуйста, нам его. Мы пошли на почту и купили конверт. И его отправили в ящик. Здравствуй, Маша. Кто писал доброму волшебнику? Ты? Ну вот тебе передали добрый волшебник. Тебе подарок. О чем ты просила? Катайся. Аккуратнее только береги себя. Хорошо? Опа. Документ. Так. По ровной дороге. Иди на асфальт. В интернете посмотрели, что есть такой добрый волшебник, которому можно написать письмо, чтобы исполнило желание у детей. Маша решила написать. Вот написала письмо, исполнилось ее желание заветное. Так что пиши, пусть детки пишут больше писем, что есть на белом свете такой добрый волшебник, который исполняет их желания. Сегодня осуществилась маленькая мечта маленького человека и Маши Халдина, проживающего в нашем городе. Этому способствовало общественное движение «Нам не все равно», возглавляемое всеми нами знакомым Алексеем Иванковым. На что бы хотелось обратить внимание? Многие жители города уже в курсе происходящих мероприятий, проводимых данным общественным движением. Но, как предприниматель, хотелось бы подтолкнуть наших предпринимателей города, жителей нашего города, руководителей предприятий, к деятельности этого общественного движения, что в нашем городе не один человек делает 100% работы, а каждый из нас по одному маленькому проценту. Поверьте, это будет существенный вклад в жизнь нашего города.